Одинцовские партийцы наградили лауреатов 8-го Всероссийского фестиваля конкурса кинодебютов «Магия кино». В течение нескольких месяцев члены жюри во главе с режиссером и продюсером Егором Кончаловским оценивали качество видеороликов. Председатель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев вместе с коллегой Владимиром Веницким вручили участникам дипломы в номинации «Патриотический фильм».